35-летний герцог Сассекский в одиночестве отправился в заграничную поездку. Принц Гарри дважды попал в ситуацию, которая не понравилась 38-летней Меган Маркл. Представитель британской королевской семьи является президентом Национальной ассоциации по игре в регби. Принц в Токио поддержал игроков сборной Англии во время финала Кубка мира в поединке против Южной Африки. Гарри заметили на игре с запрещенным предметом в руках. Об этом заявил королевский комментатор Нил Шон. По его мнению, дома жена устроит ему взбучку. Принц Гарри совершил краткосрочный визит в Японию, чтобы поддержать наших игроков. Я видел, как он держал в руках, позвольте вам сказать, бутылку пива. Я не знаю, что будет, когда он вернется домой к Меган, пошутил Нил. Эксперт припомнил, что герцогиня Сассекская упросила мужа отказаться от алкоголя, когда стало известно, что у них будет ребенок. Принц, который раньше любил шумные вечеринки, действительно занялся спортом и стал вести здоровый образ жизни. Однако его японские послабления вряд ли порадуют жену, которая осталась в Лондоне с сыном Арчи, сообщает Daily Express. Герцог Сассекский в этой поездке совершил несколько запланированных визитов. Он посетил спортивный комплекс Nippon Foundation Para Arena, где тренируются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и паралимпийская сборная страны. Гарри также встретился с японскими школьниками,